Обстрелы средь бела дня. Боевики уже не ждут темноты, чтобы открыть огонь. Сегодня они накрыли из минометов позиции украинских военных под Авдеевкой. А накануне, тоже днем, два мощных обстрела пережила Красногоровка. Об очередном обострении ситуации под Донецком наш военкор Ирина Баглай. И тяжелое может быть. РПГ, СПГ, АГС. Поэтому дистанция обязательно. Здесь передвигаться практически бегом. Простреливается все у нас. Средь бела дня, в разгар хлебного перемирия. Как боевики стреляют, убеждаемся сами, как только доходим до передовой. Наблюдали потом. В укрытие. Вчера было так же или нет? Да, и вчера было так же. Таких же прострелов боевики начали обстрел и вчера днем. Потом пехотинцы заметили в небе вражеский беспилотник. С него наемники корректировали свой огонь из минометов. Началось примерно где-то в полтретьего дня. 79 приходах 82-х мин, 6 мин было 120-х и 3 танковых выстрела. Танк был в конце, стрелял с закрытых позиций. Танки российских наемников за Териконами и шахтой Челюскинцев. Это уже Донецк, окраина Петровского района. А вот дальше в городе огневые позиции самоходных артустановок боевиков. Это было настолько глубоко, это где-то было 10-15, может быть, километров в глубине Донецка. Они выезжают, здесь есть хорошая позиция, дикая балка. С нее можно как в Красногоровку доставать, так и сюда. Также где-то в глубине Петровского района, там спрятаться где-то в жилом массиве. Опять. Это ДШК. Крупнокалиберный пулемет 12,7. Ну, вот это же, где мы смотрели, шахта, вот завод. Справа завода у них укрепленный муравейник. Вот оттуда они сейчас и работали. И снова выстрелы. Так боевики пресекают малейшие наши попытки увидеть село Старомихайловку. Оттуда они стреляли из минометов вчера, по данным военных, прямо с рынка. А вот с окраин жители наемники давно вытеснили. Ни фонарей, ни каких-то, чтобы там свечений было. Там даже движение техники, кроме Сепарска, никакая техника больше не движется. Уже на обратном пути боец с позывным «Медведь» показывает, чем стреляют по ним боевики и что происходит при попадании пуль, которые сегодня перелетели над нами. Разрывные вот эти патроны, вот, деревья, видите, как одним выстрелом срезает, как ножом. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности, телеканал «Интер».